Всем привет! Это Поршень покинул чат. Я хочу сразу извиниться, что долго не было видео. Ну, как-то вот так вот получилось. Но сегодня у нас интересный выпуск. Сегодня мы находимся на треке. На торунском треке. Называется Тор. На польском, но не тот Тор, который с молотом, который фигачит. Нет, здесь именно наваливают тачули, интересные спортивные тачули. Сегодня мы большинство из них увидим. Кататься не будем, просто посмотрим, как катаются другие, потому что не хотелось бы, в общем, влететь в ограждение, еще и пошлять потом за офигенно дорогую тачку. Вот, так что сегодня мы смотрим, наблюдаем, наслаждаемся. Смотрите, оставайтесь с нами, будет интересно. Итак, Паршак, по-моему, Каррера. Сейчас мы с вами увидим Nissan GT-R. Вот он, красавчик японский. Вот он, наш японец. GT-R. А вот моя любимица BMW. Ох, ребята, я вам скажу, хотел бы я, чтобы моя умела вот точно так же наваливать. Дамы и господа, прошу любить и жаловать. Ламборджини, собственно, персоной. Вообще у меня есть такая вот тачка, я на ней практически каждый день наваливаю, ну, в асфальте, это игра такая, если что, в жизни нет. Какие суппорта? Вот я такие же поставлю на BMW. Не совсем понятно, что это такое, выглядит космически. Вот это непонятная штука. Как мы знаем, красный цвет прибавляет лошадиных сил, и в этом случае, наверное, это действует на все 100%. Вообще, я вам скажу, моя ласточка, моя BMW, она бы смотрелась тут ничуть не хуже, чем вот эти все тачули. Я бы не упал в грязь лицом. Ну вот, Авдюха, конечно же, классная тачка, но незрачная, согласитесь. По сравнению с вот этой вот ебанью космической, то она незрачная. Сейчас идем глянем на эти все шикарные тачули немножко поближе. Если удастся, посмотрим, как они выглядят внутри. Салон, вот лично для меня, как для портного, для человека, который вшивает вот эти салоны, это очень интересно. Hey!
фигня, я у себя на районе. Я на районе у себя точно так же нафигачиваю. И это, причем она у меня не турбовая, не навороченная, а обычная стоковая. Слышали вот эту вот хрень, абсолютно космически выглядящая. В общем, эта штука собирается на заводе, где в основном делаются мотоциклы. Но вот эта вещь имеет право ездить на дорогах общего пользования. У меня есть даже место под таблицей. Ну и как мы тут можем заметить, коробка ручная, механика, даже есть ручник, низкая посадка и ковши, разумеется. И руль снимается. И руль снимается, да, конечно. Это же, как ты успел обратить внимание, спортивная вещь. Спортивная. Thank you.
заключение нашего сегодняшнего видоса я вам скажу, ребята, что машины просто крутецкие. Интернет, видео, фильмы, оно, конечно, выглядит хорошо. Но когда вы видите вживую такие тачки, а тем более можете к ним прикоснуться, сесть за руль, как это сделал наш оператор Андрей. Короче, да, это разница большая. На самом деле гораздо прикольнее, приятнее там, оценить ту же самую низкую посадку, когда ты садишься практически на асфальт. Это интересное ощущение, я вам скажу, ребят. Так что, если у вас будет когда-нибудь возможность посетить подобное мероприятие, естественно, не упускайте такой шанс, это того стоит. Эмоции вам гарантированы, причем приятные. В общем, это был канал «Поршень покинул чат». Оставайтесь с нами, подписывайте наши колокольчики и ставьте лайки. Мы дальше будем вас радовать нашими интересными и не очень видосами. Всем пока!